погода портится. Причем весь день шел дождь и плюсовая температура. Из-за этого снег очень сильно просел, и все наши колышки вылезли наружу. Первый день, когда на Бомбояж мы прибыли, снег был 175, на следующий день 163, сейчас 150. По прогнозу, после двух дней такой плюсовой температуры с дождем нас накроют большими снегопадами, и температура будет около минус 6, минус 7. Соответственно, мы все в экстренном порядке приняли решение еще раз пройтись по всем палаткам, укрепить их и окопать их в снег. Тёнка, а ты можешь рассказать вообще, что значит рука, что значит эти звезды? Рука на флаге означает приветствие для друга и стоп для врага. Она встречается на флагах абхазских и 15, и 16 веке. Семь звезд означают семь ключевых районов Абхазии. Вот, а зеленый и белый цвет, они символизируют единство религий, единство христианства и мусульманства в Абхазии. Вообще, история флага, она очень интересная. Вот то, в каком виде вы видите этот флаг, кто разрабатывал его, да, вот все-таки он, вот такое именно прочтение, оно современное, ему столько же лет, сколько наше государство. И те, кто его разрабатывал, те, кто его шил, они буквально в смысле рисковали жизнью и их преследовали. И для нас это не только государственный символ, это символ нашей победы и обретения независимости, которую мы обрели спустя тысячи лет, да? спустя века после Абхазского царства. Поэтому для нас это в первую очередь еще и символ победы. Прошло буквально за 30 минут, пока мы были в палатке. Полностью замело все наши палатки. Сейчас необходимо их почистить. Иначе их просто может порвать. Смотри, еще они промерзли. Очень сильная метель. Придется, видимо, ночью выходить и каждый раз чистить. Смотри, буквально за полчаса выпало сантиметров 30 снега. Парни, так холодно, пойдемте, я уже не могу. Слава богу, у нас команда здесь сложилась в Горной Абхазии в этом проекте. Благодаря Тенгизу он как-то органично сумел собрать, подобрать людей. Мы не мешаем друг другу, мы как-то, ну, как-то очень доверительно. Ну, я не знаю, мне кажется, что это заслуга Тенгиза. Все энергии работают правильно. Спасибо.
все отлично. Попробую еще снять. Не знаю, получится ли. Я по большей части вообще снимал всегда портреты людей. И пейзажи меня, конечно, интересовали, но не до такой степени. Сейчас для меня открылся совершенно новый пласт. И я думаю, что это очень сильно отразится на моем дальнейшем творчестве. Надо учиться у природы все-таки. Больше наблюдать, больше созерцать, находиться наедине с природой. Здесь ты находишься как бы и сам с собой, и с природой наедине. В горах это абсолютно ощущается, молитвенное состояние, когда ты на вершине. Но это невозможно передать словами, это надо испытать, наверное, почувствовать. Ощущение, что ты действительно стал ближе к Богу, скажем так, потому что в этих горах это очень сильно ощущается. Сейчас не видно из-за тумана. Мы пойдем в сторону горного массива Арбайка. Планируем остановиться где-то на полпути до вершины. Вот. И потом уже выйдем на хребет этой горы Арбайки. И оттуда нам откроется долина Хорхе, каменный клад. В принципе, мы идем в то место, где находятся самые глубокие пещеры в мире. И оно еще опасно тем, что там очень много пустот, дыр. Поэтому мы решили перестраховаться. Сейчас обвяжемся и пойдем в связки. Все. Все. Ну, давайте, пока. Произошло то, чего мы опасались, но обошлось. Мы слегка скатились с того холма и провалились вот в эту расщелину. Вот обратите внимание. Вот такие щели бывают под снегом, так что непонятно, где можно провалиться. Так что передвигаться очень опасно. Сейчас, наверное, мы сбросим высоту и постараемся гору обойти. Если будем видеть, что все-таки риск велик, нам придется возвращаться. Мы вышли на вершину, с которой просматривается Арбайка. Так что получилась наша максимальная точка 2380 метров. Сейчас завершаем съемку и будем спускаться к палатке, а завтра спустимся к вам в лагерь. Как слышите меня, прием? Слышим вас отлично. Поняли.
лагере туман. Опасность есть заблудиться. Обычно, знаешь, никогда нельзя расслабляться в горах, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Казалось бы, надо было просто спуститься. Вот. Но так получилось, что мы, когда шли туда, пошли поверху, и там свалились в трещину, решили идти понизу. Когда шли обратно, в общем-то, пошли по тропе, которую не знаем. И пришлось где-то часа полтора копать тропу. Вот. Ну, туман, ничего не видно. А там наверху каково? Шикарно. Вообще супер. Я, ну, вот из всех экспедиций, то, что я выходил, это лучший материал, что я собрал. В общем, доволен я, Раифович. День рождения мой проходит шикарно.